как стирать вязаные вещи, поговорим на мамочкином канале. Я покажу, как я стирала и сушила вот этот джемперочек, который связан в одном из последних мастер-классов. Джемпер с косами и ромбами крючком. Ссылочку на этот мастер-класс я оставлю, как обычно, под видео на YouTube. И в конце ролика покажу небольшое видео этого джемпера на моей дочке. И в правом верхнем уголочке будет ссылочка на мастер-класс по этому джемперу. Итак, стираю я все вещи одинаково, вне зависимости от того, из чего они связаны. Вот таким образом я жамкаю просто чуть-чуть мыльной водички. Если уж очень грязно, то на второй раз могу так пожамкать. Потом споласкиваю. Если эта вещь связана из какой-то колючей пряжи, то я еще споласкиваю в кондиционере для белья или в кондиционере для волос. Стираю я в очень прохладной водичке, чтобы не было никаких сюрпризов, ни линьки, ни усадки. Потом вот так вот отжимаю просто нажатием, не перекручиванием. Если это очень большая вещь, то я сразу, не отжимая, переношу ее в раковину. И в раковине уже начинаю вот такими нажатиями, не скручивая, выжимать вещь. Длинные, тяжелые, большие вещи не поднимайте высоко, чтобы минимум было растяжение. Затем я вот так кладу на пол, заворачивая большое полотенце, вязаную вещь, раскладываю ее и приглашаю специальных отжимателей, которые отжимают у меня вот так вот эту вещь. И в итоге вот полотенце вот таким образом отлично впитывает основную воду. А потом уже на сухое полотенце могу положить, могу еще раз предложить отжимателям отжать или сама понаступать. И досушиваю или на полотенце, или чаще всего на сушилке, в которой есть проветривание. После стирки джемпер этот стал совсем мягенький. Это Суперлана Классик у меня пряжа. Очень дочке понравился. Она в нем отправилась гулять и не хотела снимать даже дома. Ссылочка на мастер-класс в правом верхнем уголочке в подсказке. Ну вот, в принципе, и весь мой рассказ. Расскажите, как стираете и сушите вы, может, у вас какие-то есть свои приемы. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!